Давайте я вам покажу магазин в Минске, где нет ни одного работника. Ты просто приходишь, берешь, что нужно, и уходишь. Но на самом деле процедура там немножко другая. Ты привязываешь сначала карточку, потом заходишь в магазин, сканируешь здесь штрих-код. Мы просканировали штрих-код в приложении. Заходим, открывается турникет. И вот, пожалуйста, берем все, что нам нужно. Давайте, например, это будет водичка. Вот, берем водичку. Здесь установлены специальные весы, камеры. То есть при поднятии воды сразу же компьютер понимает, что ты взял определенную воду, определенного граммажа, который стоит определенную сумму. Да? То есть мы выходим, просто выходим из магазина. Вот здесь горит зеленая стрелочка. И не проводим никакими карточками, не платим никаким кассирам. И у нас в приложении списывается стоимость этой воды. Вот такой вот интересный магазин. Магазин находится в Минске по улице Наполеона Орды 6. Вот здесь ориентир — магазин Ома. Ребята, кроме магазина, здесь есть очень крутая еще заправочная станция для электромобилей. Современная. И смотрите, даже вот сейчас интересно было, жалко, что не успел снять видео. Подъезжает сюда автобус и заряжается вот такой вот штукой. Эта штука опускается. Вот такая вот интересная современная зарядка для электробусов. Вот такой вот современный Минск, ребят. А вы что думаете по этому поводу? Как вам магазин без кассиров? Жду ваши комментарии.